Итак, первый раунд стартует между парнями. 16-й бой. Осталось наблюдать еще 4 боя вместе с вами, дорогие друзья. Но я думаю, что этот боксерский и бойцовский вечер останется у вас надолго в ваших сердцах и вашей памяти, потому что сегодня приурочено все это наше спортивное событие к 23 февраля. И это замечательно, что в нашей республике Татарстан развивается спорт в различных его появлениях. Давай, стартуй, Мишка! Сам, иди. Давай, сам. Давай, давай. Делай сам. Последние 10 секунд первого раунда остаются. Итак, бойцы выкладываются сейчас. Ой-ой-ой, мускай идет, успеете? Нет, оп, и это гонг. Вот. Итак, ребята довольно бодро перешли сразу же во второй раунд. Сразу же с новыми силами бросились в атаку и пытаются найти слабые места в обороне у друг друга. Пытаются как пробить и по корпусу, и пробить в голову. Ну, посмотрим, кто же из нас первым, или сегодня у нас все-таки настоящие мужчины на ринге присутствуют, и никто не отдает ни метра своему сопернику, и борются, конечно же, до самого конца, специально для наших зрителей. Вот. Продолжаем напряженный 16-й бой. Осталось совсем немного, ребята, буквально последние 10 секунд второго раунда. И мы перейдем плавно в третий раунд. Давай, концовку делай, брат, давай, сам делай. Давай, все. Давай. Давай, все. Гонг, какой ты держишь удар. Итак, третий раунд. Вот, сам, молодец. Вот, и дальше. Закрывай. Не рубить. Братан, по кожу дай пришлось, бей тоже. Молодец, там. Давай. Не рубить. Вот, хорошо, еще. Работай. Делай сам, братан, не давай ему напасть. Работай сам. Приведи серию. Давай. Даже его канаты не делай. Сам работай. Если сам делаешь. Итак, остается совсем немного времени, почти его не остается до конца третьего раунда. 10 секунд. Давайте, мальчик, время вырваться на полную. Последние 10 секунд. Судьи записывают все решения. Мощные удары посыпались. Это третий раунд закончен. Это в бою номер 16 одержал боец в синей майке. Ленар!
Напомню вам, что приглашается пара номер 17. Пока идет награждение. Степанов Игорь, трудовые резервы, город Казань. Мальковский Соломан, трудовые резервы, город Казань. Видимо, одноклубники будут прямо здесь выяснять, кто из них сильнее. Это интересно, очень будет посмотреть на следующую пару. Пару номер 17. Бойцы уже готовы. Они уже готовы выйти. Буквально рвутся на ринг. И, конечно же, давайте дадим еще раз аплодисменты нашим парням, которые показали отличный и завораживающий бой номер 16. Замечательно.